Пересечение Володарского и Каширского шоссе в реконструкции нуждалось давно. Молоковское направление активно застраивается. Количество людей и машин увеличивается. Существующих дорог уже не хватало. Сегодня на участке ведутся масштабные работы. Количество полос на участке от микрорайона пригород Лесное до пересечения с Каширским шоссе уже увеличено до 4, и по запросу жителей идет строительство съезда на трассу А-105. Жители наших микрорайонов и все едущие по Володарскому шоссе будут напрямую выскакивать, уже минуя Каширку, сразу на Аэропортовку. Но в дальнейшем, я бы подчеркнул, здесь еще этот проект будет параллельно реализовываться. Здесь 3 масштабные развязки, они огромные, лепестковые так называемые. И сама реконструкция Каширского шоссе, она касается территориальности, начиная от совхоза имени Ленина и заканчивая въездом в город Видное и Белокаменное шоссе. Реконструкция Каширки запланирована на 2026, ну а съезд предполагается сдать в мае этого года. Строительство находится под контролем главы округа Алексея Спасского и председателя Совета депутатов Станислава Радченко. У представителей подрядной организации все готово к финальной фазе работ. На сегодняшний день на строительстве съезда работает 18 дизтехники, 37 рабочих. Работаем в круглосуточном режиме для того, чтобы успеть в мае завершить все работы. Протяженность всего съезда с переходно-скоростной полосой составляет 1050 метров. Съезд будет сделан, что называется, под ключ, с освещением, отбойниками и благоустройством прилегающей территории. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.